Мы играли в футбол, и вдруг какой-то дяденька подходит и говорит: «Ура, школа закончилась! Давайте пойдем попробуем новый напиток Гримаса». «Дяденька, вы кто? Пойдемте ко мне домой, вместе попробуем это. Мне кажется, он нас обманывает». «И кто вообще в футбол играет битами?» «За мной». «Вот это у него дом жесткий». «Да». «Сколько стульчиков, компьютер». «Ты чего залез в раковину с битой? А ну вылази оттуда». «Еда для голосования? Такая бывает?» «Бургер». «Все за пиццу». «Ну, понятно, что вы итальянцы». «А пока мы развлекались, он молча стоял и улыбался, явно задумывал какой-то очень коварный план». «Хот-доги победили? Что?» «В микроволновке ничего нету, здесь ничего нет, походу у него еды нету вообще». «Ешь». «Не, я такое есть не буду, я такое не люблю, все. Пойдемте скорее смотреть телевизор, может там что-то крутое будет показывать». «Что за фиолетовая сосиска?» «Я Гримас, и у меня есть свой коктейль в честь моего дня рождения». «А, теперь я понял, зачем мы все здесь собрались? Я думал, нас позвали покушать просто». «Выпейте коктейль, иначе...» «Поздравляем, Ах Геймс! Ты узнаешь, что будет, если не выпить мой напиток». «Ужас, какой он страшный. Что же с ним будет?» «Его в канал вылез». «Вы следующие». «Как он вылез из телевизора? Какая-то очень страшная музыка, идемте сюда. Где он? Давайте все вместе на столе стоять, чтобы защищаться». «Я хочу попить коктейль, где мой коктейль?» «Ему вообще, кажется, без разницы, стоит и улыбается. Когда на него это лицо смотрит. А где? Мне кажется, тут что-то не так, его нигде нету». «Тоже скамом». «Пахнет скамом. Какая-то странная фиолетовая сосиска. Ха-ха-ха, я вас заскамил. Он настоящий, нам надо остановить его, чтобы он не захватил весь мир». Вот это да. Ой-ой-ой, как здесь темно. Офигеть. Зачем мы вообще пришли в этот лес? Вот я хотел пойти домой. Я вообще не хочу эти напитки пить. А у нас фонарик есть. А, точно, у нас же есть фонарик. Мы можем посмотреть на... красивые деревья здесь. Будем держаться вместе, потому что здесь слишком опасно и страшно. Да. Там какой-то дом, смотрите, дом. Страшный дом. Вот это дом старинный, пиратский какой-то дом. Пират, это случайно не твой дом такой древний? Нет, я на корабле живу. О, я нашел записку какую-то. Че? Мы заперты в яме? А почему мы в яме сейчас? Потолок открытый, мы можем забраться по нему. Потолок открытый, тут его, кажется, вообще нету. Там луна. Найдите рычаг или кнопку. О, вот. Смотрите, я нашел рычаг. Ага, теперь вам придется пройти мой паркур. У нас есть только 30 секунд, чтобы пройти паркур. Нам надо выбраться из этого подвала, ребята, давайте. Я упал в самом конце. Главное не упасть. Я прошел, я выбрался отсюда. Ура. Уф, мы сбежали. Давайте посмотрим, что здесь есть. Следуйте за мной. Да мы за тобой следуем, и все хуже и хуже становится, если честно. Ну вообще, что мы за тобой? Я тебе не доверяю. Да. Но не надо было к нему в гости ходить. Они начинают догадываться, но ничего, осталось совсем чуть-чуть. Стоп, что это? Кажется, мы на кладбище. Теперь вы будете сражаться? Что? С кем мы будем сражаться? Оттуда сейчас кто-то выйдет. Это кто? Я не знаю. Кажется, они выпили его напиток и стали монстрами. Это Сахарок. Сахарок? Используем наши дубинки. Что-то слишком быстро мы их победили. Да, дайте мне тоже его дали. Дыш. Хорошая работа, ребята. Мы это всех победим, короче. А то он вообще стоит, ничего не делает. Нам нужно выбрать, куда нам прыгнуть. Давай. Пират, ты первый. Давай, прыгай. Прыгай. Что там? Скажешь. Почему я? Что там? Там смерть. Ладно, пойдемте в левую. Ну вот, теперь у нас пирата нет. Вау, во вторую у нас жизнь. Еще один паркур. У нас нет выбора, кроме как пересечь лаву. Дыш, они еще двигаются. Как тут прыгать? Почему вы держите в руках дубинки? На всякий пожар. Еще немного, один прыжок. Фух, я чуть не упал в самом конце. Нет, в самом конце двое. Пингвин, куда ты упал? А, как? Что? Что за магия? Мне кажется, он предатель. Он вернулся сюда. Он точно злой. Как он выжил? Что? Мы прошли. Поехали. Какая-то эпичная музыка. Слишком эпичная. Гримас какой-то. Это мое день рождения. И вы все выпьете мой напиток. Мы остановим тебя. А на телевизоре он был поменьше. Привет. Ну что это? Смотрите. Давайте его побьем, что ли? Получи, фиолетовая штука. Он стреляет какими-то штуками. О, нет, у меня хп мало. Сюда съешь хот-дог. Съешь хот-дог, он тебя может похилит. Он ничего не восстанавливает, он полностью бесполезный. Дыш. У него мало здоровья осталось. Бегите. Нет.
Нас двое осталось только. Цунаем. Нет, нет, нет. Нет, я один остался. Да почему? Почему вы все проиграли? Ух, я жив. Ну все, пришло время мести за всех моих друзей. Да, и за пингвина тоже. Дыш. Что-то он неубиваемый. Дыш. Все, мы победили. Он маленьким стал. Все, хватит, вы победили. Теперь это наш день рождения. Все, что я хотел, это чтобы было интересное день рождения. Ладно, я пойду. Отпустить? Никогда. Позволь мне предложить тебе сделку. Ну давай. Если вы меня отпустите, я не буду больше продавать свои напитки. А что, они такие невкусные, что ли? Окей, хорошо. Мы тебя отпустим, но только прекрати продавать эти свои ужасные напитки. Они слишком невкусные. Он нас закрыл в клетке. И что теперь? Где мы сейчас? Зачем мы его отпустили? Он злой, оказывается. Эй, у нас была же сделка вроде. Мы договорились вроде бы. Обманщик! Мы тебя отпустили. А это мое день рождения. Я делаю, что захочу. Ладно. Он на рычаг нажал. Что, все, что ли? Нет. Кажется, это плохая концовка. Нас всех съели. Все, конец.